Пользователи армянского сегмента сети всерьез напуганы серией фотографий, сделанных в столице Казахстана, городе Нур-Султан. Несмотря на то, что в настоящее время в городе проходят акции протеста, армяне столкнулись с фактами, которые они считают для себя более важными и устрашающими. Один из них – университет Туран. Питьевая вода Туран. А также проспект Туран. Армянские интернет-пользователи отметили, что видят в этом угрозу для себя. Идея Великого Турана, объединение тюркских народов, всегда была страшным сном для армян. А их реакция на сделанные в Казахстане фотографии доказывает, что они испугались именно от этого слова. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.